Буква «И» в этом имени провоцирует на импульсивные приступы страха за благополучие своего тела, боязнь остаться без денег или другие не столь важные для привычного мира моменты. Из негативных черт характера могут проявлять алчность и быть чересчур амбициозными. И это в первую очередь балансирование между материальным и духовным. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Активизирует воображение. Буква «К» символизирует выносливость, проницательность, скрытность в вопросах личной жизни, а также стремление к власти. Может быть и великодушным сопереживающим человеком, филантропом, стремящимся подняться на высший духовный уровень. Буква «И» в имени говорит о неполноте и чуждости. Положительные качества – тихие, сдержанные и застенчивые, медленно, но уверенно добиваются своей цели. Они всегда стремятся действовать. Иногда буква «И» в этом имени может провоцировать сильные приступы страха за свое благополучие и своих дел. Натура широкая, но непредсказуемые в порыве эмоций. Буква «Ч» в имени дает способность постепенно, но уверенно добиваться своей цели. Буква «У» в этом имени означает развитое воображение, великодушие, доброжелательность и порой излишнюю прямолинейность. Значение буквы «Ч» в имени символизирует чувство долга, верность принципам, заботливое отношение к окружающим. Эти люди стремятся оказывать помощь своим близким, причем делают они это бескорыстно. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Буква «К» в имени указывает на большую твердость, бронебойность, способность не обманываться видимостью, а вникать в существо. Человеку с буквы «К» в имени всегда присуща загадочность. Он может тайно иметь хобби и не желать, чтобы об этом знали, и наделен способностью хранить чужие секреты. Чаще всего владельцы этого имени достигают своей цели путем приобретения значительного материального и общественного положения, что ему дается благодаря личным достоинствам и заслугам. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.